Всем привет! Сегодня я вам хочу показать вот такую точную роспись вот такой обложки. Простенький такой рисуночек. Никаких заморочек тут нет. Но я просто хочу показать. Вот поставила камеру вот так. Мне, конечно, так рисовать неудобно. Но смотреть, мне кажется, вам будет удобно. Но это для тех, кто наблюдает за точной росписью, кому вообще нравится наблюдать за работой такого рода. Вот. Поэтому я решила камеру поставить вот как-то так. Может быть, вам будет интереснее смотреть. Если какие-то будут сложные работы, то, возможно, я вот в таком формате их могу вам показывать. Конечно, у меня уже здесь много разных держателей. Вот разных-разных держателей для и камер, и для телефонов, и для всего. Но все равно, когда рисуешь, то надо, чтобы руки у тебя свободно ходили. А тут кругом обставлено. Вот это сейчас у меня слева стоит камера, прикреплена к столу. Вот. И мне я сижу вот так вот. Мне неудобно. Но можно. Если показывать роспись какую-то, то возможно. Все равно у меня сейчас на канале ее очень мало. Я тут посмотрела, у меня больше 200 работ именно по точечной росписи. Чего там только нету. Тут покопаться по каналу, и можно все-все-все увидеть. Разная техника, разные рисунки, разные предметы, совершенно разные. Сейчас у меня в основном все идет одинаково, хотя у меня очень много еще заготовок, много можно работ делать. Но, видимо, стала я как-то в другую сторону больше, да, у меня больше по питанию стало, и точечной росписи сейчас мало. Делаю только то, что необходимо сделать, или по заказу, или на подарок, ну, или для себя что-то, только так. Ну, ладно, посмотрите то, что я вам наснимала. Как я рисовала эту обложку. Одну сторону я вам покажу, а это потом уже сделала вторую сторону уже симметрично, зеркально. Все, спасибо за то, что меня смотрите, пишете, хвалите. Мне очень-очень радостно. Хочется и творить, и снимать, и рассказывать. Спасибо, спасибо вам огромное за все.